28 сентября члены комиссии по чрезвычайным ситуациям вновь провели совещание. На заседании обсуждалась реализация мер профилактики распространения сезонных респираторных заболеваний и, в частности, коронавируса. Заседание начал начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков, констатировав рост случаев заражения ковидом в Десногорске и повсеместно в области. В госпитале пациентами с пневмонией занято 30 мест, половина из них с диагнозом коронавирус. Осенняя непогода также увеличила количество обращений в поликлинику с общим недомоганием. Если еще неделю назад среднее количество обращений в поликлинику с признаками респираторных заболеваний это было где-то около 40, то сейчас уже который день подряд около 100 таких обращений. Под амбулаторным наблюдением сейчас 50 взрослых и 10 детей. Это те, чья болезнь протекает в легкой форме. Еще один ребенок находится в стационарном отделении. Рост заболеваемости среди детей отмечен в первой и третьей школе. Здесь по одному классу взяты на карантин. Чтобы продемонстрировать, какой рост идет за последние две недели. Вот по ОРЗ с 10 сентября по 16 было 188 случаев. С 17 по 23 уже 262 случая ОРЗ. Ковид за ту неделю 17, за предыдущую уже 38. Рост в два раза. Пневмония была 8, стало 25. Как никогда актуальной в таких условиях становится вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа. Медсанчасть подготовлена к обеим процедурам и продолжает организовывать выездные бригады на производство. Параллельно продолжается вакцинация. Темпы сейчас достаточно снизились, вакцины у нас достаточно. В остальном медикаменты, средства защиты мы обеспечены полностью. На фоне динамичного роста случаев заражения планируется повысить внимание к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Строгие меры вернутся в общественные места – торговые площадки, места отдыха и массовых посещений. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Десна ТВ.